Привет, друзья! Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Получил две посылки и сейчас покажу, что же там внутри. Довольно интересные вещи. Тут будут и монеты, и статуэтки. Так что, если интересно, продолжайте смотреть. Начнем мы, пожалуй, вот с этой посылочки. Здесь у нас, по идее, должны быть монеты. Кто так запаковывает монеты, чтобы еще полностью перемотали скотчем? Оп, видим две монетки. Ну что ж, первая монета. Монета Украины. Отличная монета, смотрите, какое состояние. Она в запайке. Это замечательно, потому что так сохраняется монета от каких-то повреждений, от попадания туда воздуха. Хотя такая запайка не такая герметичная, как, например, в наборе 96-го года. Если мы возьмем набор 96-го года и посмотрим, как у нас здесь хранится эта монета, понятное дело, это несравнимо. Небо и земля здесь гораздо-гораздо все покруче по тому, как сама монетка здесь хранится. Но все равно, здесь, кстати, разновидность дорогая, более дороже, чем вот в таком формате. Это обычная разновидность этой монеты. Есть, честно сказать, не буду углубляться в эту тему, потому что есть отдельный каталог. Возможно, в будущем буду разбираться, потому что это действительно интересно. И тем более этих монет, которые изображены здесь, уже нет в обиходе. И, скорее всего, рост у этой монетки будет. Так что, если у вас такой монеты нет в коллекции, обязательно положите. Следующая у нас монетка. 2006 год. Флора и фауна. У меня не было этой монеты. Почему она клевая? Во-первых, я собираю эту серию. У меня есть вот так вот хранятся мои монеты, гляньте, как они размещены. И я собираю, складываю здесь свои монетки, которые меня радуют. Тем более вот такие очень красивые флора-фауна, перспективная серия. Некоторых у меня, кстати, по две монетки, так что если вам интересно, могу какие-то дубли свои отправить. Это просто здесь разместил, потому что цветной формат или то, что у меня просто было, разместил в таком альбоме. Но здесь живет у меня флора и фауна. Кстати, одна из интересных монет, гляньте, какой орел. Я его отдавал ребятам на покрытие золотом. Сама по себе монетка очень интересная, дорогая и красивая, но она была, к сожалению, с царапками, как видите, вот здесь вот. И я решил, что в любом случае это будет не основная моя монета в коллекции. Отдам ее ребятам, и они покрыли ее с настоящим золотом 999 пробы. Так что эта монетка у меня пока здесь, пока я не куплю себе основную в коллекцию. Вот, она меня будет радовать. А там дальше что-то придумаем. И как раз в этой серии я купил вот этого кузнечика. Где он? Где его дел? Вот. Пылкохвист. Вот замечательная монетка. Недорого она стоит. В районе от 60 до 100 гривен их могут продавать. Так что замечательная монета. Давайте дальше. Так что вот такие две монетки ко мне приехали. Супер. Спасибо, что пишете, предлагаете свои монеты. Ссылочка на мой телеграм будет в описании. Давайте дальше. Дальше еще интереснее, потому что здесь большая коробка. Большая коробка. Надеюсь, скотча будет немного. В одном из видео я показал свою коллекцию небольшую фарфора. И гляньте, что мне прислали. Друзья, если у вас есть что-то интересное для меня, пожалуйста, пишите мне в Телеграм. Здесь несколько обалденных статуэток. Давайте же смотреть, что мне прислали. Первая статуэтка. Довольно тоже большая. Смотрите, какая. И довольно-таки красивая. Это первое, здесь их должно быть три минимум. Давайте дальше. Именно эту статуэтку вы видели в одном из моих видео. А сколько стоит такой казак? Так, акула и черт. Да. 600 гривен. Ага. Да, Киев. Ага. Гляньте, Вакула, Вакула. Именно эту статуэтку вы видели в моем видео, когда я ходил в антикварную лавку, и мне она так приглянулась. И тут вот такая возможность ее получить по почте. Гляньте, просто невероятно, очень красивая. Вот в такой вот книге можно смотреть советский фарфор, такого плана статуэтки, ориентироваться по ценам. Вот, ну, в районе 600 гривен. В районе 600 гривен продавалась она там в магазине. Конечно, можно ее немножко дешевле купить. Так что, если интересно, пишите. И третье. Что у нас третье?
О, здесь будет вообще супер космос. Да, изюминка моей коллекции, но сейчас гляньте, это бандуристка. Это украинский наш инструмент бандура. И вот такая вот девушка-бандуристка. Можно посмотреть снизу. Эта статуэтка очень круто может сочетаться вот с такой вот монетой Украины бандура. То есть это уже какая-то комплектация для того, кто хочет украсить свой уголок, да, такой тематикой. Гляньте, какая красота. Вот наша монетка. Бандура 5 гривен. 2005 год у нас, да, и, соответственно, эта фигурка просто потрясающая. Гляньте, какая красота. То есть, получается, ко мне приехало две девушки вот такие вот и вот такой вакула. Класс, очень хорошее состояние, прямо краска, как только с завода, можно сказать. Главное, чтобы статуэтки не новодельные приезжали. Вот поэтому надо смотреть, изучать, смотреть каналы, изучать эту тему. Если интересно, как отличать новодельные статуэтки от оригинальных, напишите мне в комментариях. Я заеду в гости к Саше, лавка удовольствий, и запишу с ним ролик на тему фарфора, покажу его статуэтки. Пишите в комментариях. И спасибо всем, кто посмотрел этот ролик до конца. Передаю вам привет. Подпишитесь обязательно на мой канал, поставьте лайк, поддержите это видео. И до новой встречи. Всем пока, друзья.